И начну выпуск со срочной информации от березняковских правоохранителей. Они ищут свидетелей недавнего происшествия в районе реки Быгель. 17 августа около 8 часов вечера в Березняках на тропе здоровья случилось ДТП. Виновник аварии – велосипедист. Он допустил наезд на девочку 2008 года рождения. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, а врачи уже сообщили правоохранителям информацию о случившемся. Теперь организована проверка. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии, просят обратиться в кабинет 37 отдела ГИБДД на улице Березняковской. Также можно позвонить по телефону, указанному на экране.